Всем привет! Ну что, у нас разворачиваются грандиозные события. В общем, всю ночь думала, гадала, как быть, как нам лучше сделать. В общем, решили мы, постановили, в конце концов, что все-таки я сворачиваю свой бизнес. Закрываю ИП, перехожу на самозанятого, а сын открывает. В общем, передумали мы все варианты, возможно, как нам лучше вот поступить с этим всем делом. Но продажи упали в киоске, очень стало мало продаж. Буду продавать чисто шарики, чисто делать шарики на заказ. Но оформление, может, там что-то вылезет. Вот. Потому что торговлей заниматься очень тяжело. В магазинах все есть. Сейчас вот хожу, смотрю, уже и бенгальские стали продавать. В общем, чисто буду работать на шарах. Так, это с магазином, это с моим киоском. До Нового года я работаю, ИП закрываю, передаю все кассы, ну, вернее, кассу своему сыну. Он открывает ИП на себя. Мы с вами съездим, посмотрим это здание, которое он надумал брать в аренду. Вот, должен подписать договор с арендодателем уже. Конечно, очень большие переживания за него, как все это получится. Прогорит, не прогорит. Я, естественно, ему говорила, что сейчас время такое тяжелое, неспокойное. В принципе, что ему говорить, он это, и сам это знает. Но сынулю у меня не переубедишь. Если он что-то задумал, он по знаку гороскопа Овен, то это все, этот спорить с ним бесполезно. Хотя у меня тоже такой же характер. Если что-то я решу, то все. Спорить со мной тоже бесполезно. Вот, и я выхожу на работу. На работу, в общем, решили с моим бухгалтером, что я пока буду работать до обеда с 10 до 2 часов. Буду проходить, готовиться к сертификации, не проходить, просто готовиться, изучать вопросы, ответы. В общем, как-то так вот. Поживем, увидим, что будет дальше. Буду я работать дальше. Не буду в офисе у Жанны. Хотя, конечно, она рассчитывает на меня, на мою помощь. Но в этом деле я ни разу не работала. В бухгалтерской службе, в бухгалтерских делах я вообще ничего не понимаю. Но если она говорит, что я справлюсь, может, я правда справлюсь, не знаю. Но как говорят, что не делается, все к лучшему. В общем, дни у меня будут сейчас. Ну, что, в принципе, что расписаны? Что в киоске я сидела целыми днями, что сейчас полдня буду на одном месте сидеть, полдня буду на другом месте сидеть. Так что вот. Как-то так вот под конец Нового года жизнь у нас начинается, набирает, будет набирать с начала года новый оборот. Будем открывать кафешку. Дай бог, чтобы все это получилось. Кафе-бар. Я буду учиться банчить шарами. Ну, и по мере возможности, по мере свободного времени
искать себе вторую половинку, мужчину. Хотя, конечно, желающие есть. Я мимоходом общаюсь, естественно, но не встречаюсь. Только все по телефону. Потому что времени личного совсем не хватает. Совсем не хватает. Голова забита совсем пока другим. А вообще в голове винегрет. Так что вот, как-то так. Девочки, кто меня смотрит, всем передаю привет. Снежику Бог в помощь во всех делах. Так что я вас всех люблю. Поехали посмотрим магазин, ой, магазинчик. Здание, пока что здание моего сына. Очень волнуюсь, очень сильно-сильно волнуюсь. Переживаю, чтобы у него все срослось. Но будем надеяться на лучшее. Будем думать о хорошем. И у нас все получится. Поехали. Ну вот. Вот я вам показываю вот это здание. Раньше тут был магазин продуктовый. Но сейчас всем известно, сетевые магазины рулят, поэтому частные магазинчики все прикрылись. И вот это здание сдают в аренду. Так что вот сын у меня решил все-таки рискнуть, заняться. Ключей у меня еще нет пока. Думаю, что мне выделят ключ. Он сейчас делает несколько ключей, и у нас будет по ключу. Поэтому, как только будут у меня ключи, сходим с вами, посмотрим. Я вот вообще понятия не имею, что там внутри. Сейчас проедем. Здравствуйте. Что там внутри? Не знаю, какое помещение, большое, маленькое. Ну вот как-то вот так вот. Решетки тут везде на окнах. Ну вот такое здание.